На сцене Александр Буйнов и группа «Ассорти». Хорошие девчата, заветные подруги, красивые фигурки и вокал высокий. Глаз лишь мы затянем песню, как парни все округи прибегут всей толпою, чтоб посмотреть на нас. Лишь мы затянем песню, как парни все округи просто ринутся дружно, чтоб посмотреть на нас. Мы уже запели, а где же эти парни? Ну что же они? Девчата, красивый и брутальный. Ну а где остальные? В округе я один, один такой красивый, один такой брутальный. Вот такая округа. Короче, я один. Подруги от квинтета, растем мы без секрета. Вас было пять подружек, а теперь есть друг один. Что будем делать вместе? Займемся-ка мы песней. Не заняться нам песней. Не вижу я причин. Сольемся в общей песне. Пока поверь чудесный. У девчат, у веселых и опытных мужчин. Ну а споем о чем мы? Ну а споем о том мы, о чем сегодня можно, а вернее нужно петь. О девушках, ребята, что встретятся когда-то. И о счастье, которое должны мы все иметь. О девушках, ребята, что встретятся когда-то. О любви и о счастье должны мы спеть успеть. Хорошие девчата, с таким мужчиной вместе, к согласию мы быстро все пришли между собой. И мы затянем песню, и подпоете, если мы вам скажем спасибо. Спасибо за подпой. И мы затянем песню, но не затянем песню, ведь и так все понятно. Да здравствует любовь! От имени всех мужчин, которые смотрят нас по телевидению, поздравляем всех женщин, наших лучших, самых красивых в мире, с праздником 8 марта!